Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ран, ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ну и где же можно? На второй круг. Ну, в общем, у нас сегодня такой спот, и мы его пуляем аккуратненько. Вот. Ну, ну чё? Вот, вчера мы покатались, велики грязные. Нормально. Сейчас. Ну вот, моя очередь пошла прыгать в трамплин. Уф, нормально. Ой! Лучше обмануть меня. Я не верю в чудеса, но летит машина в небеса. Шляпа.
упадет сейчас. У меня ботинки скользкие. А ты что? А ты руками держись. Слушай, а ботинки скользкие? Да, фига толстый. За так. Бак, встань сюда, покажи, какая высота. Чтобы люди понимали. Это ползет. До конца, говорят. Иди сюда. Это тут ногти, Игорь. Это ногти, Игорь. Это пиздец мозг. Блядь, там... Короче, дальше ползи. Тут уже все. Поближе, говорят. Поближе. А там некуда. Еще, говорят. Да ладно, говорят. Ай, нет. Ай, в задницу. А ты, а? Перепрыгивай назад, разочек. Вот чужак. Упадет твоя педаль, и все. Педаль, иди отсюда. Не, нет, ничего. Нет, там можно вот еще аккуратненько так по веткам и вниз. Смотри, что делает. На заставку говорят. Иди отсюда. Просит на заставку. Что делает? Давай, заставку. Все. Не, на заставку. Не, не. Эй, иди, а ты. Такой запрет, говорят. Грозобань, Сенька. Для Ютуба. Шляпа. Ой, шляпы чешет. Давай вниз. Давай прыгай, на высоты я, блядь, все открыт. А, нет, так это экран. А, экран. Ой, все, короче, женек полетел. Да. Да, на него надо делать. Вози его. Ты сейчас шляпа крадет. Куда крадемся? Давай ползи. У меня ботинки скользкие, надо какие-то. Так ты же говоришь, что тут нет высоты. Багрет ловить. Спускайся, Женек. Ну отойдите. Говорят, на спуск иди. Я реально упаду, если вы мне подняете. А, мряк, ты повись на мне, еще тянешь меня. На тебя я в любом случае типа отставил, чтобы ты еще не упал. А, не сюда, я разочек. Слушай, я подумал. А, не давай, бак, ловить кота. Отдай, братан. Знаешь, по-другому, по-другому ее отдам. По-другому. Да, я разочек. Да. Тяни, втяни шляпу. Очко. Сейчас будет как сломанная дырка. Сломанная дырка. Да пацаны. Все. Как ты меня? У меня все штаны заморал. Страх. Заморал. Звадун. Говорят, говна вляпался, Женек. Смотри на ноги свои. Раз, чисто. Это говно все. Чисто. А вон говно. Перлита. Ой, блядь. Сгони-ка его, Саня, разочек. Санька, отгони-ка разочек его. Говорят, все. Говорят, дальше еще можно. Блин, хрустить. Бак, повесь на дерево быстрее. Повесь на дерево, Бак. Не, все хорошо, Женек, говорят. Подожди, стой. Сейчас, давай с другой стороны, Жень, стану. Подожди, подожди. Сейчас. Приготовься. А как готовить? Сейчас, сейчас. Давай, Женек, покачай с ним разочек. О! Говорят, ты рухнул. Ему вообще пофиг. Не знаю, чтоб меня не внушать. Давай, Женек, еще разочек. Не, тут так. Я могу вот на эту попробовать встать. А, на ней попробовать покачаться, давай. Я ее держу, давай. Я держу! Женька, я держу, давай! А мне некуда. Слишком стоял.
А говорят, ползи. А, вот это Бак, смотри, что там велики не утащили. Да и кому твои велосипедные? Вел. До конца. А ты вот снизу держись, вот за эти шляпы, Женек. Снизу проще. Надо отпустить? Нет. Стой, надо придумать что-то. Стой. Снимаешь? Да, снимаю. Ну вот, отлично. И вперед ползи туда, и там вообще аккуратненько можно, спокойно. Вот он, добрый он, нормально. Ну вот, вырулил. Бак, так что на велике поглядывай аккуратненько. Весь зеленый. Женек в зеленке. Ну и так крадешься аккуратненько. Вот, и там тоже ветка тоже. Ногой правую упирайся в нее аккуратненько. Нет там никого еще? А то будет какой-нибудь там велик точно. Не, просто боюсь, что мог подбежать и все. Ты подбегаешь. И как? Ногой упираешься. И подлазка? Да, вот то дерево уже. Тот краешек. Ну пойдешь в воду, там не больно. Ну вот. Покачай его. Покачай. Видишь, ебошик. Ебошик, Женек. Если ты видос не ставишь, я тебя убью. Не, еще покачай. Покачай еще для видосика побольше. Говорят, подальше можешь залезть еще. О, а вот на следующее дерево. Вот на это, Женек, давай попробуй-ка. Никого там нету? Да нет. Ну успокойся, шляпа, кого-то там все есть. Женя, у всех видно, смотри, давай. Там, да? А, там, говорят, куртка моя. Нет, наверное, никого. Вернулись, что говорят. А туда? Куда? Ну за ветку, за этого держишься какую-нибудь там? Да, вот верхняя там есть. Ты что, сам не знаешь, как ты, да? Ты что, Ламбадун? Ламбадун. Блядь. И оттуда вправо уходишь, право. А сейчас тут держаться. Ну так. Вправо уходишь, а следующий на ту. Я палку лови. Ты что там? Какой он квакает? Все, вот тут тот ненадежный. Да, тут квакал. Говорят, покачай-ка в разок. Бак, ты поглядывай. Да я смотрю. Женю уже здесь можно. Говори, что брысь. Еще раз очки. Да, я уже на Бадуэй. Это был новый. Бадун, следи за этим. Женя уже смотрит. Да я смотрю. Тебя что, понимали, блядь? Сейчас Бак спустится и покажет, какая высота тут. На трубу он сейчас станет. Подальше и покачай. А как так? А вот упрись, вот, там вот дерево есть, вот. Да, можешь упереться. Сейчас я Бака покажу, вот так вот, аккуратненько. Вот, это Бак, вот. А он на дереве. Слабенько, говорят. Там еще есть место. Да ну его. Подожди, там еще есть местечко. Вон, туда два. Покачай-ка еще разочек. Ну давай, напоследок, для видео. Не, слабо, вот там ты вообще качал нормально, кстати. Ну скачал прям. То есть это сейчас херня оторвется? Да не оторвется она. Как она оторвется? Она как скала. Это не видно. Она как скала, как скалака. Глаза им говорят.
Покачай-ка, вот тут, да, можешь покачать его разочек. Тут ягоды есть, сожри, а тут ягоды есть. И идем на следующее дерево, на следующую локацию. Давайте, я уже натерпел страх. Нет, так еще. Это ягоды, лови, говорят. В глаз. Ягоды в глаз. Ты будешь поймать? Поймайте лучше меня, мне кажется, так быстрее будет. Поймайте. Да, говорит, Бак сейчас ловит. Бак, вот это тут, стой. Он говорит, разобьется. Тяни его за отца. Ноги я хочу сейчас. Да, я надеюсь, что эта херня не оторвется. Да нет. Если... Зато держи с дерева, и вот так вот, ну вот, ты понял. Ой, сейчас. Или вот наоборот в эту сторону. Бак. Давай, Рош. Ногу поймал. Да, на руках висни. Рош, давай, пусти за мной. Пусти за мной, тяни. Пусти за мной, Рош. Стой, давай. Да ты не я, это вообще не говорю. Давай. Перехватывай. Перехватывай. Тут крупер, эй, давай, слезай. Рааа, шляпа. Самолетиком. Ловишь? Ты так не поймаешь. Говорят, ловим, ловим. Давай, давай. Давай же. Главное, вообще делается. Ты мой 22%, но ничего, заряд снимать можно. А уже подзарядилась, пока выключал. Ты не, 22. Ты за как раз. Дерево сейчас шатается. Говорят, вам пригорозочек. Да вы дебилы. Бак, залезь, как попрыгаем тоже. Нет, не попрыгаем разочек. Это не я, это Бак. Ну так ты попрыгаем, чтобы она хоть покачалась. Ну как кремень, блядь, алло. Говорят, не видно даже. Говорят, попрыгай, Бак. Попрыгай. Я не могу, я говорю, снимаю. Ты вообще не надо. Не, оно как скала. Здорово, шляпа, алло, нормально. Попробуй, женёк. Да я уже вот. Да здорово, шляпа, давай. Качан. Качак. Вот, к нему можно. На нём можно и летать, говорят. Да. Попрыгай, вот тут попрыгай, тут нормально. Вот, держись за эту шляпу, прыгай, оп. Ручка, не понял, привет. Не, так слабо. Подальше отклонись, подальше. Во. Ну, хотя можно ничего подальше. Бак, со мной. Какую? Давай. Я туда не залезу, сразу нет, упаду. Ты нет, рукой держись за это, а я за тебя рукой. А, упаду. Давай. Говорят, разобьются сейчас. Давай, руку. Давай. Так, одновременно. Раз, два, три. Бля, хрустить. Хрустить. Простите, но я хрущу. Да, Бак, похрусти-ка разочек. Стой, стой, давайте. Всё, не херня. Херня. Не херня. Всё, давай. Да еще, давайте. Оператор должен сам попрыгать. Давай, попрыгай. Давайте стой, давай. Снимем оператор. Давай. Оператор, говорит, не хочет. Давай, мы передаем камеру. Не, надо разгон оттуда как. Да можно, можно. А так яйца оторвёте. Подожди, надо как-то приспособиться. Давай, давай. Да. Подожди. Это нереально, я не могу две ноги поставить. Давай, давай. Я... Попробуй, попробуй, аккуратненько, давай. Типа как падает еще. Не отбросись. Я
Где ты катал? Что, родители давай, знаете, сейчас. Почему? Нельзя так отдохнуть. Ну, так правильно. Ну, так это нельзя. У меня 9% на камеру, ну думаю, все снимет. Сейчас. Говорят, можно. Как раз. Давай. Говорят, погнал. Гони. Геннадий, говорит, гнать. Скажет, на улице холодно просто, и все. Говорит, на улице холодно. А мы специально думали на второй этаж поднять. Нет, конечно. Ты даже на самокатах детям запрещаешь. Тогда извините. Запрыгивай. Я не знал. Запрыгивай, пошел. Давай, прыгай. Пошел. Это был тут с дрифтом. Надо было твоего велика брать. Блин, не так. Нет, тут нереально съебать. Да, здесь. О, давай. Говорят, давай. Нормально. Нормально, да?